Вторые сутки соболезнующие и скорбящие приходят к родительскому дому солдата Дасбола Сапара, погибшего в спецоперации в октябре. Друзья, соседи, знакомые и просто сочувствующие приходят выразить искренние слова поддержки родителям героя. Мы с отцом Дасбола были в отъезде по работе, когда нам сообщили такую трагическую весть. Мать, сразу говорят, чувств лишилась. И отец еле пережил. Дасболу нравилось служить. Всегда говорил, что у него все хорошо. А тут этот теракт. Слезы сегодня не прячут даже мужчины. Слишком трагичным и страшным стала смерть молодого бойца. Казалось бы, мирное время. Рядовой Дасбол Сапар в день нападения патрулировал военный городок. Он и другие были в бронежилетах и с резиновыми дубинками. Когда террористы зашли и начали стрелять, одна пуля попала Дасболу в лицо, а вторая в ногу. Он скончался на месте. Сапар Дасболов должен был вернуться в родное село уже этой осенью. Его с нетерпением ждали. Никто и не предполагал, что встреча обернется прощанием. Несмотря на свои молодые годы, военнослужащий в ходе исполнения своего долга показал свою верность и любовь к родине. Смерть Дасбола – это трагедия не только для его семьи, но и для всех жителей области и страны. За собой он оставил нестираемый след. Его образ навсегда останется в наших сердцах. Право нести тело воина-героя стало почетным для каждого из мужчин округи. Солдата-срочника буквально передавали из рук в руки. Последние минуты прощания и торжественный оружейный залп. Неделю назад разговаривал по телефону, все нормально было. Такого, никак не ожидали. Сын любил спортом заниматься и мечтал, что когда вернется, пойдет учиться физкультурный. 19-летнего солдата представят государственные награды за героический поступок посмертно. Семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 5 миллионов тенге. В ауле Каксу одну из улиц планируют назвать именем героя.